Всем привет на моем канале, с вами Алла. Я вот начинаю сегодняшнее видео вот с такой красотой. У сына недавно было день рождения, вот столько у нас здесь шариков. И вот такой красивый букет ему прислали на работу. Здесь поздравляшечка такая. Я сейчас, видите, на столе, что у меня. Я сейчас буду вам все показывать, что я сегодня купила за $85. Давайте говорить то, что я помню, да, потому что вот я чек расписала сейчас, чтобы вам показать. Буду громче говорить, потому что сейчас нет микрофона у меня. Вот я расписала чек, я заплатила, надо было 90 заплатить долларов и 18 центов. Я заплатила $87.64. Это Stop & Shop. Начинаем с того, что, значит, я купила для мытья посуды, оно стоит $1.99. На завтрак всегда мажу хлебцы peanut butter. Значит, он стоит у нас 6,19. Мажу вот такие хлебцы, я уже показывала, вот так они выглядят. И утром один хлебец, 30 грамм peanut butter, он еще с такими кусочками идет орешков, я люблю, мне это нравится, это я с кашкой ем постоянно, каждое утро одно и то же. Вот таких я купила себе 4, потому что была скидка, и они у нас стоят что-то около $3. Так, термос взяла, буду все подряд, вот как нахожу у меня цену здесь, термос $20 взяла, и холодное, можно 18 часов здесь холодную, чай, сок, как угодно держать летом, да, храните 7 часов горячего. Вот видите, вот я взяла такой термос. Сейчас вот буквально вам все это показываю перед тем, как я буду идти на курс английского. Вот так я открываю, и вот здесь вот я пью. Все, для того, чтобы заливать, вот заливаю туда чай, кофе. Все, ну в основном я чай пью, я кофе не пью. Так, дальше. Взяла вот такую сметану. Сметана стоит $1.69. Дальше что? Вот я взяла такой сыр, я всегда его беру, fat-free, я уже о нем говорила. Мне нравится, что здесь нет жиров, я жиры беру, мне хватает от чего брать жиры. И я его сыплю по 30 грамм себе утром, я все заморачиваюсь, я уже привыкла. Вот такие взяла 4 упаковки, потому что на 1,5-2 раза дешевле он сегодня. Взяла вот такую Филадельфию сыр. Вот, он 3,79, не совсем дешевый, но он вкусный, с луком, все, я мажу на, покажу сейчас вам, я купила, помазать, он такие крекеры, но это я купила не сегодня, это я купила у себя в русском магазине, вот такие они с сыром, естественно, я всегда смотрю состав, я смотрю, здесь протеинов 5, здесь протеина 7, ну, я поэтому и беру вот такие вот, ну, хлебцы, я не знаю, крекеры, вот. Так, жира здесь, конечно, поменьше, но углеводы есть. Ничего, я все это в курсе, как бы, и все это учитываю. Дальше, я люблю вот такой рисовый пудинг, и он стоит около $3. Здесь 4 вот таких вот баночки по 117 грамм. Видите, даже знаю, сколько грамм. Здесь 3,5 грамм вот в одной порции. Идет 3,5 грамма жира. Смотрю, протеин здесь немножечко есть, нормально. Вот такая штучка мне очень нравится, она стоит около $3. Сейчас я посмотрю четко, где она у меня. Вот, 3,29. Значит, здесь, вот почему он мне нравится, здесь немножечко фасоли, потом идет, видите, зелененькая, это идет авокадо, сверху сметана, посыпана сыром, морковка здесь, томат. Ой, ну... Ну, вкуснятина вообще, я тоже все это аккуратненько, потихонечку, понемножечку все это добавляю себе просто на обед. Так, вот купила вот такую вкуснятину, это всего лишь она 4,99, $5, сейчас при вас буду открывать. Вот такая вот курица, вы видите, я ее взяла, она была горячая, невозможно было держать в руках эту курицу, она немножечко уже остыла, вот, все, это, поверьте, я сегодня две ножки съем, и у меня там, в общем, мне это на 2 дня. Мне одной. Так, дальше. Вот такую я воду купила. Здесь почти что 4 литра. Вот. Даже меньше доллара. Это я вам все подряд уже показываю. Давайте покажу, что я еще беру. Так. Вот я беру себе вот такие грудки. Значит, цена вообще 14,17. Но сегодня у нас сейл, поэтому 8,91. Вот такие грудки.
Я потом их просто распределяю себе на 2 недели. И я взяла вот такие ножки, тоже цена такая вот, 6,41, вот такая цена. Вот такие ножки беру. Так, что вам еще показать? Я не покупала сегодня, но хочу вам показать. Я вот такой беру пробиотик. Хорошо, кстати, его пить перед, вернее, после, во время, когда антибиотики принимаете, да, пробиотик. Потому что, когда принимаем антибиотики, у нас микрофлора везде нарушается, все у нас там получается сбой в организме. Я вот не таблеточки пью, например, а вот такой. И иногда не потому, что антибиотики пьешь, а просто даже вот я покупаю 0% жира. Протеина здесь 6 грамм, отлично. Абсолютно разные вкусы. И клубника здесь, и просто клубника с... бананом, вишня, черника, сейчас, я вот так они у меня, видите, черника, персик здесь, очень много всякого всего. Это я вам сразу хочу показать, просто чтобы вы были чуть-чуть в курсе. И я зашла в другой магазин, там был рядышком, раз уже я заговорила за покупки. Вот такие я люблю конфеточки, которые освежают дыхание, да, но я люблю фруктовые. Есть апельсиновые, есть вот, видите, апельсин, яблоко и арбуз. Вот виноград. И у меня были клубника, малина, мне надоело. Вот они. Вот такие. Их вот так высыпаешь. И вот ментоловые тоже уже надоели. Вот я вам показываю. Они, сейчас вам скажу, $1.99. Потом я взяла себе, сейчас вот при вас разрываю, у меня уже закончилась и немножечко разбилась моя вот такая щеточка, но я ей пользоваться не буду, она сильно маленькая. Ну и видите, как цвета, чтобы не было однородной, такой будет. Мне, я не люблю сильно яркие румяны, поэтому я делаю. Потом еще такие румяны взяла, но вы знаете, я в основном, скорее всего, взяла это для того, чтобы тени возле бровей немножечко не оттенять, а наоборот осветлять возле бровей чуть-чуть светленьким. У меня уже такой закончился, вот я взяла себе, ну и может быть когда-то, когда в дорогу она чуть поменьше, я буду ее использовать. Я не знаю, не буду называть вам фирмы какие, чтобы я сейчас сильно не заморачивалась на этом. И вот взяла себе, есть, это моя слабость, это я взяла себе вот такие тени, чтобы тоже красивенько оттенять и делать форму глаза. Ну, что я вам могу сказать? Ну, девочки, мы девочки. Ну, все тогда, всего хорошего. Я рада опять все-таки, что я нахожу время и сейчас с вами встречаюсь. Я на волне и вернулась в свое хобби. Пока-пока, всего хорошего. До следующих встреч, до следующих видео. Пока!